Всем привет! Сегодня 22 мая, и это, вы как поняли, не Московская область, это город Сочи. Я сейчас нахожусь у своих родных в деревне и хочу вам показать сад. Я когда-то его давно уже снимала, года 4 назад. И вот хочу вам заснять еще раз показать. Это общий вид. И сейчас подойдем к деревьям и немножко расскажу о них. Это фундук. Урожай здесь хороший всегда. Здесь несколько деревьев. Яблони. Вот на сегодняшнее число, на 22 мая, уже вот такие яблочки здесь завязались. Дерево инжир. Еще пока не цветет. Вот такие крупные листы. Урожай тоже всегда хороший. Это сейчас пройдем по дорожке, а потом уже зайду в сад. Тоже инжир. Вот такое дерево. Дальше здесь яблоня. Сад не молодой. Здесь в длину высажен виноградник на шпалере. Чубушник цветет. Или жасмин. Запах просто невероятный. Это простой, не махровый. Очень красивый, очень ароматный. Дальше здесь в саду это растет лавр. Вот как раз я его буду рвать, повезу в Москву. Я каждый год рву на закрутке, всегда свежий лист. Его нужно будет, конечно, потом по приезду помыть и просушить, и сложить в банку. Я храню в стеклянной банке лавровый лист. Это кусты смородины. Уже завязалось хорошо, отлично. По-моему, это черная. Еще один куст, смотрите, какой громадный. Здесь около больше 2 метров высота куста. Вот. Урожай хороший. Так, дальше здесь опять яблоня. Небольшое дерево. Это большое дерево, тоже яблоня. Дальше. Смородину. Это тоже смородина. Здесь тоже смородина. Куст. Здесь на шпалере виноград, также ежевика, вот высажена тоже на шпалере, это бесшипы сорт. Громадные ирисы, я когда-то снимала их уже, смотрите, какие красивые. Все хочу взять тоже посадить, но не знаю, наверное, не выкопаю, хотя нарциссы я взяла, выкопала, и еще выкопала морозник с этого сада. Угостили. Теперь хочу вам показать дерево. Это гранат. Вот он. У него такой мелкий лист. И он начинает цвести. То есть набрал уже бутоны. Сейчас покажу. Это бутон граната. Так, сейчас, чтобы видно было. Вот, красный. Нет, не видно в тени. Сейчас я вам покажу на свету. Вот, по-моему... Вот такие темно-вишневые бутоны. И цветет, соответственно, красными цветочками. Вот. Вот, сейчас видно хорошо. Дерево высокое, около 4 метров. Так, дальше пойдем. Это мандарин. Так, сейчас отойду, покажу. Это дерево мандарина. О, сейчас шумно, потому что КамАЗ здесь остановился рядом. Так, дерево мандарина тоже набирает бутоны. Вот такие бутончики уже. Сегодня, наверное, около 35 градусов тепла. На солнце очень-очень жарко. Дерево тоже довольно-таки большое, но оно, знаете, больше растет не в высоту, а в ширину. Оно такое широкое само по себе дерево. Вот 3 ствола и... Веренообразное такое дерево. Здесь молодая посадка мушмулы.
Это такие желтые плоды с большой коричневой косточкой, с двумя большими косточками коричневыми. Это фейхуа дерево. Вот. Вот такой лист фейхуа. Кожистый, темно-зеленый, мелкий. Дерево тоже большое. Фейхуа мы обожаем. Компоты и варенье. Это что-то невероятное. И два деревца здесь растут. Также мушмула, дерево мушмулы. В этом году почему-то особо урожая нет. Она отцвела, уже есть плоды, я вам сейчас покажу. Они, конечно, зеленые, ну, чтобы вы имели представление, что такое мушмула. Это вот такие плоды, они потом станут такие ярко, бледно-оранжевого цвета, оранжево-бледно-оранжевого. И у них две большие крупные косточки внутри. Мякоти, по сути, мало, но очень вкусная. Я не знаю точно, это ягода или фрукт. Вот. Красивое дерево и красивый лист. Посмотрите, какие листы у нее. Это вот молоденькие такие. Они сначала опушеные, а потом становятся зеленые, кожистые. Вот. Дерево мушмула. Дальше. Это лавровое дерево. Лавр. Дальше. Хурма. Это хурма сортов. Много же бывает. Это плоская. Вот я вам сейчас покажу маленькие хурминки. Сейчас нет, плохо видно. Вот, видите, хурма, и здесь цветочек будет. Вот здесь цветочек, а здесь уже плодик. Я надеюсь, видно, потому что солнце очень сильно светит, поэтому, наверное, плохо видно будет. Ну вот, я думаю, сейчас здесь точно вы увидите. Вот плод и цветочек. Дерево хурма. Довольно-таки большой, около 4 метров. Дальше. Это тоже дерево хурма растет. Мушмула. Еще одно дерево. Это слива, очень старое дерево. И в этом году обрезали ее сильно. Поэтому не цветет. После обрезки это на следующий год только будет слива. Яблоня. Еще одна. Уже яблочки, конечно, здесь завязались. Вот, сорта здесь яблони очень разные. Есть и поздние сорта, и ранние. Вот. Яблочки. Дальше пойдем. Так, что это за дерево? Здесь так растет кизил. Я вообще раньше думала когда-то давно, что кизил — это куст. А оказывается, это дерево. Вот. Еще не цветет у кизила. Сейчас я вам покажу поближе, чтобы вы видели, какой лист. Вот он. И пока цветочков нет. Нет, это я думала, набивает цвет, пока нет. Сейчас отойду и еще покажу вам с этой стороны. Это кизил так растет. Я вам показываю, потому что многие не знают такие экзотические деревья или кустарники, поэтому я вам решила показать. Черешня. Так, это черешня или вишня? Я вам сейчас точно не скажу. По-моему, черешня. Вот. Дальше пойдем. Хочу сказать, что земля здесь чистая глина. Земля бедная. В Сочи земля бедная. Глина, поэтому приходится постоянно удобрять, постоянно вносить какую-то органику. Это вот груша. Не пойму. По-моему, она еще не цветет. Видите, под каждое дерево закладывается эта скушенная трава, чтобы как-то замульчировать приствольный круг. Также, как видите, добавляется это с... зола, так сказать. Вот, с мангала. Все, что остается, все закладывается. Земля очень тяжелая. Я выкапывала здесь ирисы, чтобы взять, но это вообще не укопать. Так, яблоня еще одна. Вот, отлично. Так, это хурма. Это хурма бычье сердце. Сейчас вам покажу, как растет. Видите, солнце очень плохо вам показывает. Все очень яркое. Ну, в принципе, они выглядят первоначально все одинаково, завязи.
плодик и цветочек. Лист у хурмы выглядит вот так. Мягкий, но в то же время кожистый. Дерево тоже крупное, около 5-6 метров. Дальше идем. Это мандарин. Мандариновое дерево. Смотрите, сколько цветов набил мандарин. Лист очень жесткий, кожистый и глянцевый. Вот так выглядит лист у мандарина. Смотрите, сколько цветов. Весь он, весь в цветах. И у него вот такие вот мелкие приросты. Красота. Вообще просто красота. Земляника цветет. Смотрите, вся в цвету. Мы уже сняли первый, можно сказать, урожай сегодня. Две клубнички. Это вишня, молодое деревце. Это пирожковое дерево. Я не знаю правильно, как оно называется, но здесь его вообще называют пирожковое дерево. Такие продолговатые плоды, не знаю, фрукты это или ягоды, надо будет спросить. И похожие на вид у них, как у пирожки. Цветут они, смотрите, вот такими как будто цветами, колокольчиками. Сейчас фокусируется камера. И они краснеют. Вот этот цветок, он такой сейчас зелено-красный, и он становится потом бордовый. Очень красивый цвет. Я вам сейчас его покажу уже. Вот. Вот оно. Смотрите, как цветет великолепно. Пирожковое дерево здесь это называют. Вот такой цвет. Свекольный. Нет, плохо видно все равно. Не могу вам показать красоту. Вот. Немножко видно, вот. Свекольный такой цветок. Но в этом году очень мало цветочков. Видите, вот они здесь отцвели. Урожай маленький. Яблоня еще одна. Еще одна яблоня. Немножко подпили. Тоже яблоня завязала. Яблочки. Так, еще одно дерево хурма. Вот, большое. Около, наверное, 8 метров. Такие плоды у нее. Ну, здесь разные сорта. Ну, внешний вид, в принципе, первоначально у всех одинаковый. Хурма. Так, что у нас дальше? Черешня. Тоже вот она. Завязалась уже, висит все. Вишня. Вишенка. А здесь наш шпалере. Виноград. Виноградник такой. Видите, он идет полностью стеной. Очень красиво будет летом. Это персик. Вот он. По-моему, завязи у него нету. Было два персика, пропали. По-моему, один у них остался. И вот это персик. А вот новый посадили, получается. Так, что здесь? Перцы. Огурцы. Редиска. Огурцы высажены. Яблоня. Дерево яблоня. Смотрите, какое шикарное урожай. Черешня. Так. Еще одна яблоня. Тоже хорошо завязались яблочки. Сейчас я дойду, вам покажу томаты. Здесь нет теплицы у наших, поэтому все выращивают в открытом грунте. Вот здесь, где опорная стена, высажены помидоры. Вот так. Сейчас свет падает. Уж не знаешь, как встать, чтобы видно было. Уже на завязях все. Высадили поздно, растет плоховато, потому что тоже холодно. Тоже холодно. Пионы. Я только что срезала в этот поставить. В вазу. Уже бутоны набиты. Розы цветут вовсю. Смотрите, какая красота. Такая роза. Вдоль стены сетки рабицы. Тоже цветы разные. Здесь виноградник на шпалере. Что еще здесь интересненького?
банан растет. Это обрезали, а вообще он здесь вырастает огромный. Ну, его нужно срезать, потому что вот эти листы, когда раскрываются, здесь такая мощь в 3-4 метра. И вот эти листы тоже, я не знаю, широченные, большие. Тоже небольшой розарий, розочки, лаванда обязательно. А вот роза. Морозник. Смотрите, здесь какой шикарный морозник. И вот такие листы у него. Просто жирные такие, огромные. Вот смотрите, мои руки. Снимаю видео. Немножко сад. Вот это, я не знаю, что за дерево, все время смотрю. Бабушка сажала, да? Ага. В общем, это. Надо будет узнать у нее, что это за дерево. Это посажено киви. Вот такое маленькое. Смотрите, какие приросты у киви. Красное опушение у него. Это вот молодые побеги. Такие дает киви. У киви есть и мальчик, и девочка. Поэтому нужно сажать, чтобы были плоды. Мальчик и девочка, чтобы было опыление. А я вас не снимаю. Я сад. В принципе, все, весь сад, растет все. Так, это канава, чтобы уходила вода, потому что дожди здесь тропические, проливные, чтобы вода уходила. Смотрите, все приствольные круги замульчированы, скушенной травой, сыпется обязательно зола, деревья белятся, как видите, все. Вот, смотрите, все замульчировано, потому что солнце жарит, влага уходит, чтобы как-то что-то сохранить. Земля очень скудная, очень. Постоянно подкармливают. А я сейчас пойду рвать лавровый лист, и мы поедем уже спускаться. Я не знаю, сказала или нет, деревня находится над уровнем моря, 240 метров мы сейчас находимся. Вот. Очень красиво здесь, очень тихо, спокойно. Красота, конечно. Природа здесь совершенно другая. Воздух совершенно другой. Здесь, я думаю, вам было интересно посмотреть на такие экзотические деревья. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока!